В целях реализации подписанного главой города распоряжения о прохождении диспансеризации муниципальными служащими, ответственными по осуществлению и контролю над прохождением диспансеризации, был утвержден график и список, согласно которому каждый работник администрации должен был пройти полное медицинское обследование. В связи с этим было решено коллективу муниципалитета в полном составе явиться в городскую поликлинику. Были созданы все необходимые условия. Все специалисты были предупреждены, они присутствуют на местах. Всех проводят и анализы сдают, и флюорографию, и ЭКГ, все, что необходимо. А остальное по показаниям, кому окулисту, кому невропатологу. Если что непонятно, есть у нас консультируют медсестры в коридоре, объясняют кому что, куда подойти. В основном оказываем нужную помощь. Данные мероприятия проводятся с целью определения рисков развития и раннего выявления заболеваний, в том числе препятствующих прохождению службы, сохранения и укрепления физического и психологического здоровья муниципального служащего. По словам пресс-секретаря администрации Нажилы Абдуллаева, диспансеризация проводится раз в 3 года, начиная с 21 года и далее с 3-летним интервалом, без ограничения возраста. После выдачи либо оформления в регистратуре медицинской карты пациент получает маршрутный лист и направляется к врачам-специалистам на лабораторные и диагностические исследования. После того, как муниципальные служащие пройдут обследование, также такую же процедуру будут проходить трудовые коллективы других ведомств, организаций, а также образовательные учреждения, ну и другие коллективы. Как отмечают ответственные по осуществлению контроля над прохождением диспансеризации, в течение дня профильными специалистами городской поликлиники было обследовано порядка 80 служащих мэрии. Массовая диспансеризация взрослого населения направлена на снижение смертности путем раннего выявления заболеваний и своевременного оздоровления больных. По итогам всех процедур заключение, выданное медицинским учреждением, будет приобщено к личному делу муниципального служащего. Сарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».